пришли на встречу с битами, ножами и арматурой, но воспользоваться не успели. 38 человек в пятницу вечером были вынуждены сложить оружие и отправиться в отдел УВД. О том, что в Брагинском парке, недалеко от перекрестка улицы Урицкого и Тутаевского шоссе, планируется драка, сотрудники полиции знали заранее и ждали участников назначенной разборки. Как только все они прибыли в условленное место, силовики охладили их пыл и разоружили.